Вот игру можно играть онлайн, а искать на разных серверах, как Team Fortress 2, она бесплатная, качается, 1.5 гигабайта памяти. Вот, тут можно ходить в роботах, стрелять роботами. Здесь нет автоприцела, можно бегать, стрелять с них, отбрасывать персонажей, вот, например, как-то так, кидать в них гранатой, играть в метро. В последних версиях просила Google Play, но без Google Play отлично работает, без Wi-Fi. Фишка в том, что без Wi-Fi работает.